А сейчас давайте еще теплее поприветствуем. На этой сцене появляется поэт Юрий Земляков, который продекламирует свое собственное произведение «Что такое малая родина?». Юра Земляков! Что такое малая родина? Это запах спелой смородины. Это кот на скрипучем крылечке. Это звуки по родной тебе речке. Это нежные бабушки руки. Это печки уютные звуки. Я люблю свою родину малую. Здесь закаты самые алые. Здесь реки самые чистые. Здесь солнце всего лучистее. Я люблю тебя, родина милая. Моя лучшая и красивая. За луга, за озер, за реки. Полюбил я тебя навеки. За золотые поля колосистые, за полянки в лесу тенистые и за вкус из лесов смородины. Я люблю тебя, милая родина. Мы сияние, мы алтайцы. У нас самая лучшая страна. Нам есть чем гордиться. Юра Земляков, друзья, ваши громкие аплодисменты, настоящий поэт.